Animal Rescue. Пес по кличке Харли всегда демонстрировал особенную любовь к своим собратьям и людям. Он очень любит кошек, которые живут с ним в одном доме, и обожает проводить время с детьми. Владельцы собаки породы Golden Doodle Ralph и Патрисия уверены, что их питомец особенный. И он доказал это, когда спас маленького олененка, попавшего в беду. В один июньский вечер Харли прогуливался у озера в американском штате Вирджиния вместе с хозяевами. В один момент владелец стал звать пса, но тот не отзывался. Это вызвало беспокойство у мужчины, поэтому он подошел к воде. И был немало удивлен, увидев, как его питомец отплывает от берега в сторону олененка, оказавшегося в озере. Ральф с трепетом наблюдал, как пес медленно поплыл к суше, спасая новорожденного оленя. Когда они вместе достигли береговой линии, Харли помог малышу выбраться из воды, а затем стал облизывать его. Харли не хотел покидать олененка. Он просто продолжал ухаживать за ним, сказал владелец собаки. Хозяин заботливого пса наблюдал за парочкой несколько минут, а затем увидел самку оленя, стоящую поблизости. Мужчина увел питомца в дом и уже из окна увидел, как мама и ее малыш вместе вернулись в лес. Но на этом история знакомства Харли с парнокопытными не закончилась. На следующее утро пес и его хозяева услышали блеяние олененка во дворе их дома, стоящего недалеко от озера. Ральф выпустил собаку на улицу, и четвероногий спасатель побежал прямо к своему новому другу. «Малыш перестал блеять, стал вилять хвостом, обнюхивая пса», — говорит мужчина. Новые друзья провели вместе весь день, а ближе к вечеру за олененком вернулась его мама. И больше олени не возвращались к дому Харли и его хозяев. Если вас не оставила равнодушным эта история, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До новых встреч!